так, дети, уроки закончились, поэтому вы можете идти домой. Наконец-то. Я уже думала, этот урок никогда не закончится. Да, не забудьте мне завтра домаху сделать, ну, раз ты уже за учебу взялась. Да, хорошо, делаю. Все, можно идти. На следующий день. Пришла наконец-то я. Обошла 100 верст, такое ощущение. Может, еще в столовку сходить, накупиться. Пойду. Хотя что это я? Я жирная. Ну, нетушки. Лучше подкрашу тушь. Ну, привет, сравнительная. Как у тебя дела? У меня есть одно предположение. Слушай, Ир, а давай дружить? Мы все равно оба крутые. Хорошая идея, давай. Чего ж ты сразу-то не предложила? Но нам нужно с тобой кое-что подкорректировать, блин. Такая... У кого мы будем списывать, Кира? У кого, ты мне скажи. Упс, это мы не предусмотрели.